22 января в Доме Сали от города Казани прошел очный этап премии «Студент года 2016» в номинации «Гран-при» – успехи участников в учебе и в науке, в культурно-массовой работе и в спорте, а также в студенческом самоуправлении оценивали компетентные члены жюри. Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, президент Лиги студентов и другие. В очном этапе честь своих учебных заведений отстаивали многие, но самое активное участие приняли представители Казанского федерального университета. Подготовка велась очень продуктивно. Я начал примерно за 3 месяца до начала старта этого конкурса. Нашел специалиста, мне помогли. Это была большая сложность в том, как подготовиться. А очный этап помогала команда первичной профсоюзной организации, мой наставник Виноградова Юлия Владимировна, потому что оттачивали выступление, и последние напутственные слова я получил от нее. По итогам очного этапа финалистами ежегодной студенческой премии Республики Татарстан стали Нафис Сиразиддинов, студент Казанского федерального университета, Диляра Баширова из Поволжской академии спорта и туризма, Кирилл Сафонов, студент университета управления ТИСБИ, и Ирина Барова, учащаяся Казанского национального исследовательского технологического университета. Делали электронную презентацию, продумывали концепцию общую совместно усилиями команды. А самое сложное – это собрать все в едино, объединить все, сказать самое важное за 5 минут, не переборщить, потому что это тоже не свойственно для меня. Сказать только о самом важном, я считаю, вот это было самым сложным. Победителей всех номинаций мы узнаем 25 января. Татарстан гордится студентами, которые вносят большой вклад в развитие нашей республики. Уровень, понятное дело, что из года в год растет, поражает не просто студенты, поражает то, что они уже к этому моменту смогли сделать в жизни. То есть это завоевано, у них уже все, по-моему, все, что можно. И я хотел даже задать вопрос ребятам, а что вам еще нужно? Значит, у вас есть все, вы в этой номинации взяли лучшие в республике, в этой номинации вы лучшие в республике. Участвовали во всех, наверное, во всех мыслимых, немыслимых проектах, молодежных и студенческих, даже в тех, о которых, может, я даже где-то и не слышал. Аделя Шамилова, Вера Князева, Ринета Богданова, Универньюз.